Здравствуйте, с вами Наталья Макшаева и программа «Специальный маршрут». Это передача, которая охватывает практически весь спектр жизни населения. Здравоохранение, политику и социальную сферу. Итак, поехали. Сталкиваетесь с некачественными продуктами? Конечно, да. Очень много, очень часто. Некачественные, невкусные. Иной раз купишь что-то по рекламе вкусное, а без рекламы уже вообще в рот не возьмешь. Я смотрю, который надо. Пенсию маленькую выбираю. Вот поэтому не попадались. Особенно консервы смотришь. Молоко, творог смотришь, чтобы не просроченные были. Иначе принесешь назад. Но они быстро меняют. Молочные продукты постоянно. Ну, приносишь, там, не успеешь посмотреть, потом возвращаешь, они возвращают деньги. А спрашиваешь, почему они так продают, они говорят, что еще там на следующий день срок годности только заканчивается. Хотя там написано до определенного числа. У них как-то там по времени считается, но там, хотя времени нет. Ну, большинство прокисшее молоко. Остальное так нормально все. А что делали? Нет ничего, простоквашу пила. Что можно делать? Пить простоквашу. Обратно не возвращали деньги? Зачем? Я сама продавцом работала, знаю, как это все делается, возвращать это. Так что лучше пью. Зачастую никто не покупает, когда покупает продовольственный товар, не прикладывает, вернее, не берет с собой чек, да, покупки этого товара. Вот. В данном случае я советую все-таки на сегодняшний день обращать на это внимание, все-таки брать с собой чеки. Но если уж вы не взяли, да, то сделать хотя бы какую-то видеосъемку о том, что, значит, съемку именно даты изготовления и даты конечного срока годности, который указан, в принципе, на самой упаковке этого товара, да, либо на самом товаре. Каждый житель Мордовии хотя бы раз сталкивался с проблемой, когда товар не соответствовал качеству, а продавец совсем не хотел возвращать деньги. Что делать в подобных ситуациях, нам рассказали специалисты. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков вправе потребовать замены на товар этой же марки, потребовать замены на товар другой марки, соответствующим перерасчетом покупной цены, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, потребовать незамедлительного, безвозмездного устранения недостатков товара и вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Так вот, для возврата некачественного товара я бы рекомендовал в первую очередь убедиться, что не истек срок предъявления требования по недостаткам товара. По общему правилу потребитель вправе предъявить требования об отказе от договора и возврате уплаченной за некачественный товар суммы в течение гарантийного срока или срока годности товара. Вы имеете полное право обратиться в органы Роспотребнадзора, в данном случае в управление Роспотребнадзора в Республике Мордовия, в письменном обращении, то есть конкретно на бумажном носителе, либо по электронной почте. Можете прийти лично на прием в конкретные дни, которые указаны, в принципе, и на сайте Управления Роспотребнадзора, и на вывеске Управления Роспотребнадзора, и в конкретные часы. А вы, как обычно, действуете? Возвращаете? Правильно? Да, конечно, нет. Времени нет, здоровья лишнего нет, чтобы ходить и возвращать. Выбросишь – все. Или вон животным скормим. Приходил в магазин, писал, конечно, жалобу на этот магазин. Брал книгу как раз. Но в основном продавцы, они были очень отзывчивы и сразу реагировали на это. То есть сразу просроченную продукцию убирали с прилавков, и больше такого не наблюдалось. Обычно я никуда не обращалась, просто выбрасывала данный товар, все. Никуда не хожу. Ходить у меня ноги не ходят. Просто выбрасывать. Никуда, я стараюсь не покупать. Возвращаю. Следующая остановка. Да, и молочные продукты то же самое. То есть кислое молоко, все такое. Я считаю, что все-таки стоит возвращать. Поэтому мы возвращаем. Вот. Я считаю, что это самое разумное, потому что, как говорится, нужно следить, конечно же, за тем, чем мы питаемся. Я скандалю выясняю. Ну, неприятно, когда обманывают, естественно. А как продавцы реагируют? Продавцы по-разному реагируют. Иногда грубят, в основном. Мы не ходили обратно в магазин. Мы просто его выкидывали, все.
Это лишь часть вопросов, озвученных народными экспертами в специальном маршруте. Но это не последняя наша остановка. Смотрите следующий выпуск уже на следующей неделе. Задавайте вопросы, жалуйтесь, и мы обязательно с вами встретимся.